30 ноября 2021 года. Снегопад ходил в стойке. Небольшой транспортный коллапс. Ну, вроде все едут. Автобусы ездят сегодня. Правда. Ледовый пробок стащит грузовичок. Как называют, крымские тюрки жили. Даже они сами себя так называют. Тюрками. Крымские тюрки. Крымские тюрки Эрдогана. Даже они сами себя так... Да, все вытащили. Да, трос. Ехали в Петербург? Я не знаю. Может, буксовали? Может быть. Да, они, наверное, щетки решают. Ну, откапывал. А, он его таскает. Из сугроба. Центре транспорт движется медленно по всем направлениям, также от центральной площади по Светланской до Лондона.